«Быть или не быть». Он начал всерьез изучать Шекспира и обнаружил, что знаменитый вопрос – это на самом деле ответ. Это цитата из Библии, где говорится, что каждому человеку Господь предлагает на выбор – жизнь или смерть. Что есть истина, Клаудия? Ты узнаешь ее, когда слышишь? Да, узнаю. А ты? Но как? Объясни мне. Я не могу тебе объяснить. Если не хочешь слышать истину, никто не поможет. Истина. Сказать тебе, Клавдия, мою истину. 11 лет я подавляю бунты в этой гнилой дыре. Если я не осужу этого человека, Каяфа подымет новый бунт. А если осужу, это смогут сделать его ученики. В любом случае прольется кровь. Цезарь предупреждал меня, Клавдия, дважды. В следующий раз сказал он, прольется твоя кровь. Вот тебе и вся истина. Нельзя быть немножко верующим. Если ты по-настоящему следуешь за Христом, то тебе придется следовать за Ним до Голгофы. На этом все зиждется. Это и есть узкая дорога. Семя должно умереть, чтобы дать плод. А люди забывают об этом. И я забыл. Зло маняще, привлекательно. Дьявол выглядит добрым, почти нормальным, но не совсем. Именно в этом суть зла. Взять что-то доброе и извратить. И когда ты понимаешь это, когда ты видишь, какая между добром и злом идет кровопролитная война, ты больше не можешь оставаться в стороне и умывать руки. Тогда ты начинаешь ближе узнавать своего Бога, и тебе открывается настоящая радость жизни. Мел Гибсон.